Куку, мон амигос. Сегодня с вами Вакот, и мы играем Seven Days to Die. И сегодня мы уже отправляемся в путешествие к поиску нового места жительства. Я... Чё с FPS-ом? Неужели опять какие-то зомби? Мы отправимся сюда. Здесь должно быть какое-то озеро или что-то подобное. И на этом озере под ним мы будем строить наш дом. Ну, конечно, мне придется все-таки ходить пару ходок, потому что за одну ходку это все не вынести. Но пока что давайте возьмем этот и дробовик. На всякий случай. И отправляемся в путь. Ну что ж. Наш дом остался, как говорится, он был уничтожен полностью. Быки. И даже этот камень не спас. Но я думаю, в следующий раз мы уже будем готовы к этому всему. А пока что отправляемся в путь. И нам нужно, куда нам нужно идти? Ну, в принципе, правильно идем. Да, значит, идем туда. Я за вами слежу. И за тобой тоже. Так, ягодки. Так, так, так. Что-то мне кто-то говорил, что из этих ягодок можно забабахать пирог. Или я это сам говорил. Но явно мы, возможно, будем... Стоп. Я цемент не сделал. Черт! Надо же цемент сначала сделать. Ладно, сейчас возвращаемся домой быстренько. Заберем наш цемент. И, короче, будем сразу же там уже и строить, наверное. Потому что смысл ходить пару раз, если можно все за один раз сделать. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так, где мой цемент? Нет цемент. Нет цемент. Нет. Ну вот, цемент на это. Где сам цемент? Может, мы его не сделали? Да сделали мы его. Я помню, что мы в прошлой серии сделали. Где он? Ну ладно, сделаем еще цемента. Мне не сложно. Что-то они там ломают. Ты не закрыл люк. Ой, можно подумать. Ладно. Все, закрылся люк. Ладно, тогда мы сейчас сделаем цементика. Дальше сразу сделаем раствор тогда уже. А пока пауза. Ну что же, амигос, наш цемент производится пока что в данный момент уже. Да, все еще делается, отлично. А мы пока уже отправляемся в ад! Нет, не в ад. А всего лишь к озеру. Или, по крайней мере, попытаемся к нему отправиться. Не знаю, получится у нас это или нет. Дробовик у нас есть, 3 патрона. В дробовике 3 патрона. Это ничтожно, если он не заряжен. Зарядите что сначала, что ли. Так он их зарядил только что. Не, он опять устал. Как он меня задолбал уже уставать. Ладно, не будем. О, у нас есть водички, у нас есть чай. Давайте выпьем чаю. Would you like a cup of tea, sir? Все, у нас 1 плюс 1 к максимум хил. Или health. Ну, короче, крутенько, четенько, правильно. Так, туда идем. Да, все правильно. Чертовски туда. Ну, можно, кстати, свернуть немножко вот так. Ну да. Потому что нам прям прямо-прямо не нужно. О, нет, я забыл взять этот. Бур. Ну ладно, я думаю, бур это такое дело. Главное дойти. Так, так, так. Интересный парень. Так, у нас тут деревья. Вот, прекрасно. Прекрасно. Кто-то ко мне бежит, смотри. Ла-ла-ла. Прогулочка ночью. Только не ночью, правда. Но прогулочка. Ой, все. Ночью эта прогулка была бы совсем не такой. Веселой. Угу. Хотя нет, она была бы веселее. На, наоборот, только веселее была. Чай. Чай. Хрюша, хуюша, опа.
Я ее почти догнал. Ну, устал. Ничего, сейчас отдохну, я пишу эту свинку. Я догоню тебя. Эй! Чёртова свинья. И где мы сейчас? Ага, мы сейчас там. Нам туда не нужно, нам нужно туда. Ну что ж, пауза. Тысяча чертей бутылка рома, я нашел мертвую свинюшечку. Какая она страшная. На самом деле, довольно стрёмная. Мы уже близко. Или нет, я не помню, где озеро точно должно быть. Ну, примерно это близко. Примерно это близко, но это примерно может быть совсем не примерно. Еще одна свинюшка. Сколько хлопка. Жаль, что он мне не нужен. О, здесь может что-то быть. Нет, не в этот раз. Моя совесть лежала. Опа, братуха, сеструха. Господи, как ты ее попорчила. Да. И явно приятно было. О, да, ты знаешь, как вести себя с женщинами. Угу. Особенно с медсестрами. Оба хуёба! Что это там? Заправка. Запапапапаравка. У нас нет бензопилы. Точнее, не бензопилы этого, а дрели. Чтобы пробить. У нас даже обычного этого нету. На что я вообще рассчитывал? Без понятия. Даже лопаты не взял. Даже топора нет. Машину обыщи. Ла-л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 а. Мистер Сэндман. Bring me a dream. Па-па-па-па. Make me the cutest I have ever been. Ну я не думал, что так. Ну я не думал. Ну нет. Ну нет. Ну зато ты хоть сможешь взять топор. А, damn it. И бур. И бур. И бур. И где? А, вот он. Не пугай меня. Hammerhead. Нужно взять топливо немножко. Давайте. У нас одна целая бочка есть. Отлично, одна бочка, это уже что-то. Крафтим пока этот, а пока сожрем пирог. М-м-м. Кушаем, мой хороший. Приятного аппетита. И это как его, что это такое? Такое страшное мясо. Не знаю, что это было, но мы поели. Чай. Чай у нас там остался, да? Да. Водичку, да, выпьем тогда водичку сначала хотя бы. И отправляемся в путь. Ну что ж, я думаю, я пока поставлю паузу и появлюсь уже, говорится, аж там. Ну а пока пауза. Ну что ж, амигос, вот заправка. Мы вроде уже дошли. Не быстро, но дошли. Какой ракурс. Какие ракурсы, да. Зато у нас сейчас будет для бензопилы новое топливо. Так, теперь давайте сразу, потому что можно. О, все, мы сразу оделись. Ой, надо залить хотя бы бензинчик. Врынь-врынь-врынь-врынь-врынь. Врынь-врум-врум, мазафака. Кажется, не месячный. Что? Это? За хрень такая. Угу-гу.
Может он сеть плести? Нет, не может. Он ведь свинь, он тут. О, страшный свинь-паук. Пива нет даже. Даже пива нет. И что мне делать без пива? Гильза. Зачем мне гильза? Непонятно, но... Ты взял диван. Нам нужен диван? Не особо. Будет этот некрасивый диван, поэтому нам надо. Был бы красивым, взяли бы. Но он некрасивый. Так. Коробка. Нет, никакого хорошего. Холодильник. Банка. О, вот это уже совсем другое дело, но мне мясо. Мясо мне не надо. Ты будешь вонять, понятно? Нет, ты, раз ты взял мясо. Нет, ты! А, все, больше нечего сказать. Ну и все. Принятие решения. Там есть дверь. Ха, я знал, что там сидит. Хитрожопая такая. О! А вас я не вижу. Главное сейчас бочку не подорвать случайно. Киса, ты... На бочка. Это можно цемент почему? О, жирбас. Нет, вы не цемент. Куда уберете? Бочка, 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 нужно больше бочек. Тут был ход? Серьезно? Там была машина. Олень. Убрал меня. Седания ничего нет. А тут, конечно же, аккумулятор. Нет, спасибо, я не голодный. Красный седан тут точно что есть. Он, видишь, долго открывается. Вот. Серьезно? Это серьезно сейчас? Я просто в шоке. Я просто в шоке. Ладно, пусть будет. Потом как-нибудь возьмем, когда нужно будет. Так. Ну что ж, пока что пауза. Ну что же, амигос, какой-то город. С кучей зомби. Но, к сожалению, нам нужно уже идти... Ох, ядрен же гурда. Ну, как мы пробираемся через этот город, вы увидите уже в следующей серии. На этом с вами был Вакот и... И я. И что ж... Удачи! И адиос!